Хай, желает успехов тем Макс Сехов. В прошлый раз я производил видеообзор дисков оркестра The Tenors, а сегодня будет Black Knight Death Metal Deathcore Xbox Murder. И буду я его снимать видеообзор этого дигипака под свою музыку Incest. Вот. Вот он я, когда-то в 98-м году, косухи в очках, в кожаных штанах. Вот мой альбом Incest, проект One Man Project. Тут два альбома, Helltheon и альбом Shadows of Kings. Ух, Kings. Ну, конечно, тут мясо, Brutal Death Metal, можно сказать так. Да, авангардный, можно сказать. Да, вот, сейчас я его включу. Вот как диск вышел, он вышел на Cool Minis Records. И на кассете вышел, кстати, ну да, в прошлом выпуске я Макс фон Хейтвёк, джазовёк тоже, он тоже вышел у меня на CyberMax Digital в формате CDR и на Cool Minis Records в формате CDR, да, и в формате кассета на Depressive Illusion Records. Вот, кстати, тут Cool Minis Records чем хорошо, что Helltheon и Shadows of Kings на одном диске, вот, за 8 евро. А там, получается, каждый альбом на кассете по 6 евро. Вот, на Depressive Illusion Records. Ну вот, вот как выглядит диск. Сейчас мы включаем. Вот он длится 58, 46, 12 песен. Ну вот, сейчас включу. Сейчас, вот. Вот это, значит, мой диск. Вот он как выглядит. Оформление сам делал. Вот. Вот. Ну вот. Сейчас я буду делать обзор Xbox Murder. Вот. Сейчас. Вот, это логотип моей команды Torn Apart, которая существует с 99 года. Я ее, так сказать, сварганил. А название Torn Apart придумал Змеевский Константин, известный барабанщик, играл в Тессаракте, в Астрофаес, Хорс сейчас играет, Годстар, Равентали, Балфор. Короче, блин, столько групп, ё-моё. Когда он все успевает делать, а? Вот, привет, кстати, Косте Змеевскому от Макса, он же сейчас в Киеве. Привет тебе от Макса, да. Я тоже сейчас учусь на барабанах играть, ну, пока что играю такое среднетемповое, могу. Там блюз могу сбахать, там твист какой-нибудь, там панк-рок какой-нибудь, ну, среднетемповое, да. То есть двумя бочками еще не владею. Вот, ну, вот, короче, значит, Xbox Murder. Такс. Вот как выглядит диск. То есть это сам издат, я так понимаю. Тут нету ни книжки, нифига нету. Ну, в принципе, тут это ж епешник. Тут тексты на русском. Это самое, вот. Вот он как выглядит. Xbox Murder группа очень даже культовая. Мадан. Кет молодец, так скажем так. Кстати, привет Кеду. Вот. Это самое. Вот тоже CD-ка. Ну, дигипак выглядит тоже. Классно сделали. Ну, то есть, да, у меня один я продал диск в Харькове. Девушке одной, да. Вот у нее есть, он мне дал 3 диска на мою дистрибьюцию. Compact Max. Диск Compact Max Digital, да, вот. Это самое, значит, и что? Ну, вот так выглядит диск. Ну, это CD-ка, понятное дело. То есть, цена по 30 гривен. То есть, нет, CD-ки стоят по 30 гривен, да. Ну, то есть, человек так выставляет. Ну, свои CD-ки, кстати, у меня себестоимость получается 35 гривен. Вот, как бы, не знаю. Дороговато. Ну, буду продавать их по 30 гривен, например, свои CD-ки, свой лейбл. Вообще у меня свой лейбл CyberMax Digital, и с удовольствием могу издавать
издавать группы тиражами по 500 штук, от 500 штук, но это будет стоить 500 баксов. Ну и мне тоже ж надо за оформление, за беготню, ну сколько, ну 600 баксов, какая разница. Вот. День это ж мне придется договариваться за свой счет, это время мое время, 600 баксов, кстати, да, 600 баксов будет стоить, да, ну а что? А сейчас может быть и выше, может уже не себестоимость диска не 1 доллар. Заводы, которые там вот Vakula Production, например, на этом заводе издает компакт-диски. Ну, к примеру, шутка. Это не секрет. Мне как-то ВКонтакте, когда я еще был в этом ватном болоте, вот я оттуда удалился, только на Фейсбуке есть, на Ютубе. Вот, ну и всякие там вайберы, телеграммы, инстаграмы. И, короче, в просторах интернета, вот. Ну и да, физически, материальное тоже есть, ясное дело. Вот, ну, полицаи поехали, что-то там, погоня за кем-то, наверное. Вот, ну вот. Короче, что сказать. Альбом культовый. Да, вот, кстати, мой инцест. One Man Project. Такой брутальный death metal. О, переход. Ай, барабаны пошли, тут бас примоченный. Тут, кстати, активный бас я использовал. Кстати, в альбоме проект Godstar, альбом Silence, там я тоже использовал активный бас. Активный бас вообще там, чувак там в Харькове когда-то делал бас-гитары, электрогитары. Ну, он, короче, ну, да. Он не играл, конечно, в Xbox Murder, на Xbox, но он играл в другую игру, прыгал с моста на этом, на Журавлевке. Ну, прыгнул, короче, неудачно. Вот. Скажем так. И остался от него только бас, ну и этого баса уже нету, потому что он был не у меня, я брал его в аренду, тот бас, да. Вот, скажем так. Ну, короче, поняли. Вот, что сказать по этому альбому. Хороший альбом, мощный, вот, как и все творчество из Xbox Murder. Рекомендую к приобретению. Вот у меня на диске Compact Max Digital есть две копии на продаже. Вот. Дигипак сделан отлично, тут тексты есть, фотографий нет, ничего нет. Все нормально, все читается, я проверял, слушал вот на том аппарате по одному разу точно. Вот. То есть материал годный. Под видео будет ссылка на одну из песен «Опустошение», чтобы ты мог ознакомиться с этим материалом, если не слышал эту команду. Ну, эта команда, по-моему, на Bandcamp есть. Ну, на, понятно, что все мы есть, и я есть, и на Metal Archive'ах есть, да. Кстати, да, там что-то на Metal Archive'ах, что-то написали, что Angel of God — это у меня активный проект. Он уже, блин, уже сколько, 18 лет, никак не... Нет, 17 лет. Последний альбом я сочинил и издал его, ну как, ну издал я его, понятно, в том году последний раз, ну, на Кульминис Рекордс, да, вот, там, на вот этом лейбле. А последний раз я его записал в 2000 году, вот, Миньон, по-моему, да. Называется «Жар хаоса», да. Вот такой мощный дезметал из трех тем. Вот, ну, поэтому надо будет разобраться с этим делом. Кто это, Кульминис Рекордс или Депрессив Иллюжн Рекордс намутили что-то там, что якобы «Angel of God» — это у меня активный проект. Бред какой-то. Вот мой активный проект. Новый Хигевальд, да. Warhol я, да, о, я вот тоже, да. Slice of Life — активный проект, да. Freedom — активный проект. Вот. Вот эти вот. Не, столько этих проектов, да, как харьковский Dance One, идет тут. Вот, ну что, рекомендую. Покупай диски у меня. Покупай эти диски тоже у меня. Подписывайся на мой канал. Вот. Что еще? Для жителей Харькова, кто желает пользоваться услугами нашего сервиса по доставке воды себе, внизу под видео, в самом конце есть ссылка. Все, пока-пока.